какая мальчик, и сегодня у нас часы. Привет, друзья! Сегодня у нас умные часы. Умные часы, да? У нас вот такая коробочка. Давай покажем поближе. С роботами. Вот такая коробочка. Мне. И Настюша сейчас нам будет уже открывать, показывать инструкция. Да? И вот сами часики. А что значит умные часы? Друзья, они умеют прослушивать, они умеют звонить. В общем, давайте разбираться и показывать, да? Давай расскажем нашим друзьям. Вот такие, друзья, у нас часы. Умные часы. С такими лапками тут у нас лапки. Микрофончик. Это у нас здесь USB-провод для того, чтобы заряжать наши часики. Да. Вот, USB. Сюда мы включаем нашу зарядочку, чтобы зарядились наши часики. Кнопка SOS. Это значит отвечать. Нет, кнопка SOS, мы ее нажимаем. И отвечать. У меня сегодня щенячий патруль в команде. У Настюши сегодня в гостях щенячий патруль. Толстячок. В общем, давайте разбираться. Кнопка 1, 2. Это у нас позвонить маме или папе, как вы хотите поставить, кто будет первый, кто будет второй. Но если ребенок нажимает кнопку SOS, то идет сразу вызов на первый. Но можно настроить, что там будет идти смс-ка сразу на оба номера. И будет отправляться запись, что происходит вокруг, где находится ребенок. И 10 секунд идет запись и отправляется вам. Так, у нас есть кнопка «включить-выключить». Вот когда вокруг. Итак, наши умные часы умеют. Кнопка SOS. Кнопка «включить-выключить», кнопка 1 и 2 – это номера, куда заносим маму и папу. Записываем сюда, забиваем номер «мама» или «папа». Да, мама так. И папа. Они у нас умеют принимать вызов, умеют звонить на 2 номера, и также есть список на 10 номеров, которые вы можете занести. Да, и еще кольк в списке. Которые вы можете занести при помощи приложения. Да. Так, здесь у нас еще есть 3 будильника. Можно выставить, и будильничек будет звонить ребенку на часики, допустим, в школу, в садик, кому как. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть телефонная книга на 10 номеров. В общем, это супер часы, я считаю. И... Я тоже считаю, что это супер часы. Я тоже считаю. Да, значит, для того, чтобы установить приложение, нам надо... Открывай, Дотя, коробочку. Если покажу, что есть в комплекте. Покажи, да, что у нас есть в комплекте. Вот это, я так понимаю, USB-карт. Надо туда засунуть ручку и достать. О, я покажу, что есть в комплекте. Друзья, в комплекте у нас идет вот такой провод. Вот такой провод. Вот такая вот красивая отверточка. Не, да, отвертка. Чтобы раскручивать и закручивать часики. Да. Да? Да. Так, для того, чтобы нам установить приложение... Приложение устанавливаем на телефон. У нас есть вот такая замечательная инструкция. Вот с таким вот кодом. Сканируем этот код. Переходим по ссылке. И устанавливаем приложение. Так. Для того, чтобы нам все это сделать, нам нужна сим-карта. Сим-карта.
которую будем сюда вставлять. Я понимаю, что это USB. Да, дуется. В общем. Которую будем сюда вставлять. Мы ее вставляем в телефон. В часах ничего не настраивается. Все настраивается в телефоне. Берем наш телефончик. Я так понимаю, что это USB. Сканируем наш код. Где он тут? Где? Вот. Сканируем наш код, так? И у нас устанавливается приложение вот такое вот Set Tracker. Вам видно? Вот. Заходим в него. Для начала нам в карточке нашей надо настроить интернет. Пополнить счет. Отсканировать вот этот код и переходим по ссылке на C-Tracker, вот этот вот. Вот мы уже сюда зашли. И вот такая вот у нас устанавливается программка. Вот с таким меню. Регистрируемся. Там вводим имя, пароль, чтобы никто ничего не украл у нас, там все такое. Чтобы зарегистрироваться, заходим в License и вводим наш ID, который находится, друзья, на наших часах. Где здесь у нас наш ID? Вот. И вводим наш ID номер, вот здесь, который на часах, в нашу программку. Настраиваем в этом приложении. Вот у нас есть карта здесь. Мы можем даже настроить на карте, поставить забор, так называется, чтобы ребенок не выходил за вот эту зону. Значит, мы ставим на карте точку, и вокруг этой точки мы делаем такой заборчик, для того, чтобы ребенок, если покинет эту зону, вам сразу приходит уведомление на телефон, что ребенок покинул эту зону. Также у нас на часах есть датчик. Вот он, датчик. У нас же сейчас детки умные очень, правда, Дося? Да. И особенно дошкольного возраста детки. И они могут снять наши часики, допустим, да? Положить их в рюкзачок, а рюкзачок в шкафчик и пойти себе погулять куда-нибудь. И также все равно вам придет сразу же уведомление, что ребенок снял часы, потому что у нас есть вот такой датчик. Вот. А покажи мне датчик. Вот он, Дося, наш где? Датчик. Вот датчик. Если ребеночек снимает часики, сразу маме часики звонят. Ай-яй-яй! Ребеночек снял часики! Это плохо! И пойдет себе гулять куда-то. Я же не могу позвонить тебе. Вот. Что у нас здесь еще есть? У нас в телефоне есть награды. Здесь как-то можно давать ребенку там плюс награда, минус награда, поощрять, там что-нибудь такое вот. Вот карта наша, настройки, шагомер. А вот это вот то, что можно прослушать. Прослушать, что у нас происходит у ребенка. Это очень вообще классная штука. Так вот, давайте послушаем. Что у нас происходит у Настюши. Нажимаем на микрофон. Настюша, что ты там делаешь? Ничего. Ничего? Играю. Играешь? А во что ты играешь? Щенячий патруль. Щенячий патруль? Да. А что это у тебя за часики? За часики? Это мои часики, такие жёлтенькие. И ты рассказываешь на канале про свои часы? Да. Как же это здорово! А теперь, друзья, нажимаем «Стоп». И можем прослушать у нас, что здесь происходит. Настюша, что ты там делаешь? Ничего. Ничего? Играю. Играешь? А во что ты играешь? Щенячий патруль. Щенячий патруль? Да. А что это у тебя за часики? Ну и что такое делаю?
Видишь, записывается, Доця, все записывается. Мы можем зайти к ребенку на телефон. Ребенок даже этого не знает. И просто послушать, что происходит. Может, кто-то ребенка в школе обижает. Или в садике. Или еще что-то. В общем, я в шоке. Я очень довольна этими часами. Они у нас заряжены. Так, выходим. Что у нас здесь еще есть? СМС-очки, будильник, часики. В общем, надо разбираться, как это тут все работает. Можешь посмотреть. Давайте, друзья, будем пробовать звонить. Мне? Да. Ну, давай. Надо отвечать. Алло. Привет, солнышко. Я играю в щенячий патруль. Ой, как это здорово. Локи делает... Локи играет с друзьями. Догоняйки. Включаем наш экран. Здесь у нас установлено время, дата. И давайте позвоним маме. У нас записано, мы уже записали на кнопочку 1 мой номер. Нажимаем кнопочку 1 и удерживаем. Идет вызов. Мама. Отвечаем. Алло. Настюша. Привет. Меня здесь нет. А ты где? А я играю в щенячий патруль. Классно. Вот так, ребята, звоним. Будем звонить бабе? Да, я позвоню сама. Так, баба Свет. Звоним бабе Свете. Так, где-то наша баба. Что это у нас баба сильно занята? Я пьюсь. Алло. Мы снимаем видеоканал. Снимаем видеоканал. Да, это часы. Ух ты! А про что ты? Делаем тест-звонок нашей бабе Свете. Баба Света, ты в эфире. Говори, как слышно. Дусь, не царапай эфир. Класс! Можешь передать кому-то привет. Кому-то передать привет? Да, тебя видит вся страна, слышит. Слышно хорошо. Слышно хорошо. Говори бабе пока. Пока, баба. Пока. Ложи трубку, Доця. Она сама будет трубку. Да? Мы тебе позвонить папе? Позвони. Папе. Давай показывай нашим друзьям, как ты умеешь звонить папе. Да. На какой кнопке у тебя папа? Вот на этой. Кнопка 2.
Так, папа у нас теж що-то сильно занят. Алло. Алло. Привет, моя солнышко. Что ты делаешь, мам? Мы снимаем видеоканал. В общем, я поняла. Хорошая игра у тебя. Цветы. Цветы? Кокусики-бабусики? Какие кокусики? Кукусики. Так, друзья, давайте еще проверим кнопку СОС. Так, мама. Вот мамин телефон. Нажимает ребеночек кнопка СОС. Допустим, что-то случилось или еще что-то. Нажимаем, держим кнопку СОС. Пришло уведомление. Вот СОС у нас засветился. Что здесь нам пришло? Значит, ага, понятно. Сразу идет вызов. И пришло уведомление, где находится мой ребенок. Вот, друзья, написано СОС. Вот тебе позвонить папе? Позвони. Алло. Привет. Хорошо. На моряку ей приехал. Ой. Да, дал нам Кузей не сказал, что это за меня посылочка. Это там, наверное, мы еще без крылья. Прощайся с папой. Пока, пап. Папа положил трубку. И с друзьями прощаться. Тебе нравятся твои часики? Да, очень. Они очень красиво смотрятся у нас на ручке, да? Есть, кстати, разных цветов, по-моему. Белые, розовые, зеленые. Нет, я сама расскажу. Есть зеленые, белые и еще красные. Нет, розовенькие вот такие. Розовенькие вот такие. Да, вот такие, ребята, у нас вот такие супер умные часы. Если вы хотите приобрести себе такие часы, пишите нам в личное сообщение, и мы вам поможем купить такие часы. Доставим, отправим, в общем, пишите. Ставь лайк. Лайки, подписывайся на мой канал, всем пока. Пока. Пока-пока-пока. Покажи часики. Вот так. Супер. Пока, ребята. Пока.